Ну, я не буду ничего говорить о себе, я не знаю, имеет ли это смысл, да. Я прожил на этом свете 76 лет, из них... Из них 30 с лишним лет провел по эту сторону Уральского хребта, во всевозможных экспедициях, начиная от Печоры до Колымы. Собственно, это и есть тема моих песен. Это дорога, не просто там отрезок математический из пункта А в пункт Б, а дорога в философском смысле слова. Потому что дорога, собственно говоря, это любая дорога, маленькая модель нашей жизни со встречами, с расставаниями, с радостью, с печалью. Поэзия – странная штука. Откуда берутся стихи? Из буквы, из слога, из звука и всякой другой чепухи. Когда в неуюте ночлега проснешься от скрипа петель и даже от шороха снега в январскую злую метель, от светлого пения скрипки, что нынче у нас не в чести, и даже от чьей-то улыбки, что вам повстречалось в пути. Когда-нибудь, наверное, быть может, как детская обида, как ожог, пройдет печаль и все, что нас тревожит, растает, словно мартовский снежок. Под звон гитар и песенок дворовых, простой, как сон, мелодии для нас станцует дождик на лесных дорогах, давно забытый танец подыграть, и мы возьмем билет на синий поезд, чтоб, не жалея прошлого, вздохну и больше ни о чем не беспокоен. Уедем далеко куда-нибудь. Молчи, мой друг, слова пустая трата, и не понять ни сердцу, ни уму, зачем-нибудь, куда-нибудь, когда-то. Мне все равно, не знаю, почему. Thank you.